Раджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом и указал, что Израиль ответит за свои действия в секторе Газа. О разговоре двух лидеров сообщил в эфире турецкого телевидения глава департамента коммуникации администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Эрдоган заявил Аббасу, что как бы ни менялись обстоятельства, Турция продолжит противостоять варварским нападениям Израиля на сектор Газа. Израиль обязательно заплатит цену за эти гонения и угнетения. Нам всем необходимо мобилизовать все силы для прекращения огня, включая исполнение решения Совета Безопасности ООН. «Нам нужно бороться против Израиля твердо и единым фронтом», — сказал турецкий лидер. Разговор состоялся на фоне инцидента с обстрелом съемочной группы арабской службы турецкого канала ТРТ в секторе Газа. Как утверждает телеканал, нападение было совершено со стороны армии Израиля. Под обстрел попал автомобиль, на котором передвигались журналисты, чтобы выйти в эфир в районе лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора.